Я училась на курсе Frontend for Beginner. Я прошла курс Project Management в Веб-академии. Я прошел курс Frontend с нуля. Я учусь на iOS for Beginners. Я сейчас прохожу обучение на курсе ITPM. Я хочу сменить сферу деятельности. Строить IT-компанию. Я занимаюсь научно-исследовательской работой. Я занимался разработкой веб-сайтов. Захотелось что-то новое попробовать, более актуальное. Интенсивный курс очень мотивирует. Все довольно быстро, сжато, все рассказывается очень конкретно, нет никакой воды. Мы постоянно что-то создаем новое, что-то тренируем, и сразу видим результат довольно крутой. И я думаю, что в дальнейшем, ну, реально будет возможность все это воплотить в какие-то свои проекты. В любой точке мира можно найти себе работу. То есть можно использовать прямо сегодня, сейчас. Было очень интересно.